жизнь – подарок, которого мы не просили. С точки зрения молодости жизнь есть бесконечное будущее, а с точки зрения старости – очень короткое прошлое. Жизнь большинства людей не столько сложна, сколько запутанна. Измени свои мысли, и ты изменишь свой мир. Иногда неправильные решения приводят нас в правильные места. Жизнь как езда на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, вы должны продолжать двигаться. Те, кто осознает свою глупость, не настоящие дураки. Это всегда выглядит невозможным, пока не сделаешь, так сделай же это. Держите свои глаза на звездах, а ноги на земле. Умение жить – самая редкая вещь в мире. Большинство людей просто существует. Жизнь – это вопрос, и как мы живем – это наш ответ. Много людей живет не живя, но только собираясь жить. Жить значит мыслить. Свобода ничего не стоит, если она не включает в себя свободу ошибаться. Подпишись на канал «Мир в цитатах», ставь палец вверх. Спасибо за просмотр. Не забывай написать осмысленный комментарий.